Всем привет, пацаны! Сегодня будет такой мини-обзорчик на сервер Родриго Лопеза Liberty Gang War. Начнем с регистрации. Регистрация тут очень простая. Сначала вы придумываете свой пароль, потом вас просят написать почту. На почту вам придет ключ активации, как бы, можно так сказать. Вы активируете, точнее вписываете код и регистрируйтесь. Я это уже делал, поэтому просто вводим пароль. Так, ввели пароль. Теперь у нас просят выбрать банду. Давайте сейчас идет Капт Балас Ацтек. Зайдем за Ацтек. Нажимаем на Ацтек и на галочку. Так. Тут как бы что-то типа мода Advance, то есть вот заходим на склад, берем аптечку, маску, оружие, тут дигл, шот и эмка. Так, сохраняем выбор. То есть вы когда, вот если вы сохранили, когда вас убили, это все сохраняется, то есть аптечка, маска, дигл, шот, эмка. Так, при 500 киллов, вот у меня 517, вы можете самостоятельно менять скин, то есть так же, как на Advance. Так, скины тут, допустим, за Ацтек такой, полурпшный какой-то, не знаю, зачем его сюда сунули, ну и такой. Так, теперь менюшка, тут статистика персонажа. Номер аккаунта, количество убийц, так, ваш ранг, айпишник и время и дата. Так, средства администрации, так, понятно, настройки тут. Вот, показать или скрыть онлайн, ну, то есть, типа, кто там, давайте включим. Вот так вот, то есть, будет, кто за рифу, там, за стейк, фагас и так далее. Так. Смена пароля там вы видели. Так, команды сервера. Тут вот меню, личное меню, фракционный чат, каптур, хелми. Так, вот, чтобы сменить банду, нужно вот SG написать, и вы поменяете банду, за другую банду пойдете. Так, что еще? Смена ника. Это тоже понятно, и топ игроков. Количество убийств тут. Это тоже понятно. То есть, так, сейчас я покажу одну фишечку этого сервера. Не знаю, первый раз такое вижу на таких вот ДМах, на каптурах, то есть. Вот, да, каптур стоит балас, я приезжаю на респу балас, чтобы поискать, да, типа фрагодрочер, все дела. Так, балас пока нет, вот балас. Начинаю стрелять, видите, вот, да, анти этот. Так, сейчас пизды дадим. Да, дали пизды. Короче, ясно все. Так. В общем, все, пацаны. Хороший сервер, очень понравился. То, что тут такие вот капты. Заходите, играйте. Очень весело, как на адвансах. Если на адвансах капты закончились, сюда с радостью заходите. Ссылка будет, как бы не ссылка, а в описании будет айпишник. Лопес там курит наркотушку свою. Все, всем удачи.
знать, но ли...